Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы познакомимся с молитвенным опытом нашего гостя, сможем прикоснуться к словам Священного Писания, и, конечно же, мы будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу. И в самом начале давайте мы попросим у Бога благословений на этот эфир. Помолимся. Отче наш милосердный, да славится имя Твое, Господи. Мы очень благодарны Тебе за все, что мы имеем, за дар жизни, за то, что мы можем переживать с Тобой новые радостные опыты, Господи. Благодарим Тебя за это время, которое Ты нам подарил, и за эту возможность сегодня здесь на программе делиться опытом, как Ты отвечаешь на молитвы. Ты чудный Бог, Господь. Мы так Тебе за все благодарны. И просим Тебя, чтобы Ты сейчас пребывал в наших сердцах, в нашем разуме, в этой студии, чтобы все, что будет сказано и сделано здесь, на этом месте, было для Твоей и только Твоей славы. Ибо Ты достоин хвалы и поклонения, любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Друзья, мы ждем от вас сообщений с молитвенными просьбами и словами благодарности нашему Богу. Вы можете это сделать прямо сейчас, написав внизу под этим видео в строке комментариев. Если вам удобно, то вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы обязательно будем молиться о них и передадим наши молитвенные группы. И еще, если вы находитесь в округе Сакраменто или на близлежащей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что этот эфир станет благословением для всех нас. Ну а сейчас пришло время представить гостя сегодняшней передачи Николая Богатырчука. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Прежде чем вы поделитесь своим опытом, хотелось бы, чтобы зрители немножечко узнали о вас. Откуда вы родом? Я родился на юго-востоке Украины, город Мелитополь. О, Мелитополь. Да. Я был там много раз. Много черешни, арбузов. Да. Хороший, теплый город. Вы там родились, и там, в общем-то, вы большую часть жизни провели? Нет. Дело в том, что мой отец священнослужитель, и мы постоянно куда-то переезжали в разные уголки Украины. Да, понятно. То есть вы так, у вас не было постоянного места жительства, да. Но зато вы много посмотрели, много увидели и много пережили. Наверняка вы много молились, у вас есть наверняка много опытов. Итак, спасибо, что вы пришли, но вы расскажите, пожалуйста, вы, значит, родились в семье, ну, верующих пастор. Родителей, да, в пасторской семье. Вау, дети пасторских семей. Это особенные дети. Но скажите, а вот вы помните вот свою первую детскую молитву, вот которая как-то зафиксировалась у вас в памяти? Понимаю, что с папой, мамой вы постоянно молились, но вот то, что вот ваша личная и такая, что прям зацепилась в памяти. Ну, то, что я смог запомнить, я помню, что-то у меня не складывался целый день, как-то что-то не задалось, друзья меня бросили, и что-то не так пошло, и я как-то обиделся на всех, да. Вот, и когда пришел вечер, я не смог просто встать и помолиться, вот, как обычно, вот, знаете, вот, спасибо, по Господи, привычке, за все, да, спасибо за все, день. За то, что все так хорошо было, я решил Богу высказать все, говорю, вау. Господи, я сегодня не буду молиться. Так вы ему сказали? Да, ему так и сказал. Вот, хотя был научен, что молиться нужно. И хотя вот. Это уже была молитва, Господи, я молиться сегодня не буду, да? Да, и как я потом понял для себя, что это была самая искренняя, наверное, самая первая такая молитва осознанная. То mm-hmm. есть, когда я Богу сказал то, что действительно переживал, то, что чувствовал. И говорю, Господи, mm-hmm. я сегодня не буду молиться.
Но потом я все-таки решил ему рассказать. Я лег на кровать, я обычно этого не делал. Меня научили всегда перед тем, как ложиться спать, встать на колени, помолиться, поблагодарить. А тут я просто забастовка. Вызов такой, да? Вызов, да. Я ложусь и говорю: Господи, сегодня я не буду молиться. Я начал рассказывать Богу, почему. Я высказал все свои детские, скажем так, претензии, обиды. И вы знаете, я даже не запомнил, не зафиксировал тот момент, когда я очутился на коленях. Когда я уже заканчивал молитву, я был на коленях. Да вы что? Вот это действительно была такая первая моя настоящий опыт, настоящая молитва. Потрясающе, потрясающе слушать. Это вообще очень ценно, очень ценно. Даже сейчас вспоминать об этом, аж какие-то чувства, нахлынули такие. Да, действительно. Это очень важно. Видите, вы с самого детства, можно сказать, вы очень близки. Это надо ребенку почувствовать, поверить, что Бог действительно есть. И ему все можно, как папе. Ну а кому еще рассказать? Я тоже, кстати, так молюсь, говорю: Господи, ну а кому я скажу? У меня нету папы, нету. Вот ты у меня единственный папа. Да, хорошо. Ну а какой вы опыт приготовили сегодня нам на передачу? Хотел бы рассказать опыт. Я совершал служение пастора. И некоторое время мы с супругой совершали служение в Донецке. Но вы знаете ситуацию, которая там происходит с 2014 года. Все было очень непросто, и нас пригласили на служение в город Николаев, в юг Украины. Прекрасное место. Мой отец когда-то совершал служение в Николаевской области, и можно сказать, что я вырос в тех краях. На родину, да, вернулись? Да, я там ходил в школу, у меня там много одноклассников, друзей осталось. И я вернулся, можно сказать, да, как на родину. Как домой. Мирный дом, да? Да. Потому что если там, в Донецке, мы понимаем, что там были боевые действия, мы понимаем, что там происходило, да, тогда, с 2014 года. А потом вы, Николаев, мирный город. Так слушайте, хорошо. Мирный, прекрасный город, где можно было, скажем так, делать все. То есть у нас была свобода во всем, мы могли служить, мы могли с книгами ходить, мы могли различные проекты делать. И был такой момент, когда я уже был в Николаеве, а мой друг был еще в Донецке. Он тогда был еще президентом Восточной конференции. Я ему позвонил, говорю: Лев Пантелеевич, это Лев Пантелеевич Вертыла. Я говорю: Лев Пантелеевич, ты представляешь, здесь мы можем делать и то, и то, и то. Он говорит: Николай, я слушаю тебя и плачу. Wow. Это было прекраснейшее время. Но была одна проблема в Николаеве. Люди как-то очень сложно как-то ситуация складывалась. Люди относились к нам как к каким-то сектантам. Иногда даже стекла били. Понятно. Да, была ситуация очень такая курьезная, интересная, когда я утром в 9 часов утра выезжаю из ворот, я решил привезти одну сестричку нашу старенькую в церковь. И шел мужчина, немножко выпивший, останавливает меня, говорит: ты здесь водителем работаешь? Я в шутку говорю: да, и водителем тоже иногда. Он говорит: слушай, здесь такие злые люди, они тебя обманут. Вау, не знаю, что вы пастор этой церкви. Я только новый человек, они еще не все знали. Я говорю: окей, знаете что, у меня есть предложение. Какое? Говорю: давайте в следующую субботу, когда вы будете трезвы, приходите, и мы всех этих верующих людей выведем на чистую воду. Естественно, он согласился. Он согласился, да, но когда не пришел, он протрезвел, он не пришел, да. И следующий такой момент был, я наблюдал, тоже заезжал во двор, и дедушка вел внука со школы, встретил его со школы. И внучок идет и смотрит так на здание церкви и спрашивает: дедушка, а что это за здание? Дедушка говорит: о, внучок,
здесь страшные люди собираются. Вот так вот. И вы знаете, я молился, я просил Господа, и церковь наша молилась о том, чтобы как-то поменять ситуацию, как-то поменять отношения людей. Да. Мы проводили различные программы, там, программу по восстановлению зрения. Кстати, много людей приходило, невиданное количество людей для той церкви на то время. Вот, другие моменты были. Ну, как-то это все сложно. Все равно оставались вы злыми людьми. Да, мы все равно оставались злыми. Как это знакомо людьми. Для меня, очень близко. Да. И что потом? Ну, то есть и церковь, получается так, вы молитесь, и церковь молится, да? Да. Чтобы Бог изменил отношения, поменял отношения людей, да? Вот. Ну, к сожалению, вот это прекрасное время свободы, вот, и возможности, оно закончилось тем, что война пришла и в туда, и в Николаев. И Николаев стал где-то больше, чем на полгода городом на линии фронта. И, к сожалению, нам пришлось пройти в Николаеве то, через что проходили в Донецке. Ну, знаете, даже вот такие ситуации Бог иногда использует во благо. Вот. Я не хочу сказать, что война это хорошо, это очень плохо, поверьте. Но даже в таких ситуациях Бог еще ближе становится к людям. И когда, я не знаю, каким образом это произошло, когда уже были боевые действия, когда были бомбежки, наше здание церкви, оно попало в список официальных бомбоубежищ города. Да вы что? Да. Если это бомбоубежище, значит, жители, которые говорят, там злые люди, должны прийти туда спрятаться. Ну да. У нас был прекрасный, как здесь в Америке говорят, basement. Вот. И мы его готовили для социальных программ. Мы хотели сделать там спортзал, столовую там, и так далее. И вот наступает суббота. Я должен был вывозить после богослужения, уже договорился, несколько человек эвакуировать из Николаева. Вот. Но когда закончилось служение, включились сирены, к нам в церковь пошел нескончаемый поток людей. И вот в первую же субботу у нас где-то до 100 человек ночевало в церкви. Вот мы вместе с этими людьми благоустраивали, потому что мы не рассчитывали ни на что подобное. Да. Вот. И ну, дальше была война. У нас постоянно жило где-то 20 человек. В церкви, при церкви постоянно. При церкви они менялись с близлежащих сел, где там все было разрушено. Они приезжали. Жили у нас где-то недельки две, потом мы их просили, когда сотрудничали с властями, чтобы находить им другое место, и на их место принимали новых людей. И вот однажды, где-то на третьем месяце войны, разбомбили водопровод. У нас не стало воды вообще. Во всем городе, получается? Во всем городе. Во всем городе и близлежащих районах. И мы столкнулись с тем, что ну, даже туалеты работать не могут. И я собрал этих людей и говорю, знаете что, нам нужно что-то решать, нужно что-то предпринимать, иначе мы не выживем. Эти люди сказали, пожалуйста, мы будем носить воду из реки. Это вот эти жители, которые эти рядышком, жители, которые, не члены церкви. Не да? члены церкви, да, которые вот приходили к нам, те, которые ночевали там. Вот, и они действительно, они помогали, они приносили воду, они мыли полы, они убирали, они кушать там готовили. Вот, но все-таки вода из реки это не питьевая вода. Да, нужно было что-то делать. И да. нужно было что-то решать, что-то делать. И вот однажды, ну, как бы мы редко ночами спали, и мы поехали в тот городок, где я рос, в Новую Одессу, ночевать к друзьям. Немножко выспаться. И когда мы возвращались уже в Николаев, утром я увидел огромную очередь людей, которые к бочке с водой стоят. И я, так у меня идея возникла, и говорю своему другу, говорю, слушай, вот нам бы так. Нам бы бочку, да? Нам такую, бы чтобы бочку, людям помогать, да, да, чтобы вот была вода питьевая.
И мы начали молиться об этом. Я сказал церкви, большая часть церкви разъехалась, нас осталось где-то человек 15. И вот члены совета остались некоторые. Мы начали молиться о том, чтобы вот это воплотить в жизнь. И я спросил казначея, говорю, сколько у нас денег? Казначей говорит, ну, где-то 1500 долларов. А минимум нужно было 4,5. На что? Чтобы... На то, чтобы сделать скважину. И чтобы у нас появилась хоть какая вода. Вот какая-то вода. Условно питьевая. Условно питьевая вода, потому что она с солями, все нужно было как-то ее очищать. Ну, минимум вот 4,5 тысячи долларов на то, чтобы это хоть как-то начало работать. У нас даже этих денег не было. Чтобы это... А вообще-то были организации, которые могут это сделать? Война же идет. Появлялись такие организации, и вот мы нашли одну организацию. Они сказали, будьте спокойны, мы вам сделаем в течение месяца. Так надо было 4,5, а у вас только 1,5. То есть они готовы были проспонсировать вас? Они готовы были, более того, они пообещали полностью сделать все, вот, взять на себя. Вот, Очень хорошо. И проходит неделя, две, тишина. Я звоню туда, в организацию, они мне говорят, ждите, вот месяц, все будет. Проходит месяц, я звоню, а мне говорят, извините, мы в другой организации уже сделали, и у вас не будет. Что вы почувствовали тогда? Знаете, месяц, 1,5 месяца вы прождали, получается? Как-то вот, ну, где-то месяц получился, месяц, да. Какое-то разочарование. У нас уже вы появилось. Вы же молились. Ну, Бог должен был. Уже у нас появилась вода, ну, только, знаете, такая ржавая, вот как кофе, на вид как кофе, техническая вода. Уже было легче, уже мы могли туалеты, как-то все. Но все-таки я хотел, чтобы наш район, как-то вот там огромный спальный район, и наша церковь стоит вот в парке на пути... из спального района на рынок и обратно. Вот там очень хорошее, много людей проходит, да. И я очень хотел, чтобы дать этому району воду чистую, хорошую. И вот я все-таки вспоминаю за эти 1500 долларов. Мы молимся Господу, и я вспоминаю то, что Христос говорил, чего не попросите во имя мое, Отец даст вам небесный. И у меня уже какая-то уверенность была. Я понимал, что нам катастрофически не хватает денег, но я вот даже по опыту Донецка я знал, что если ты понимаешь, что это нужно, и ты уверен, что Бог благословит тебя в этом. И здесь мы тоже с церковью идем вот путем веры. Мы даже нашли организацию, мы уже нашли оборудование, мы понимали, денег нету, но мы уже начинали делать. То есть у нас было ровно денег настолько, чтобы сделать скважину, но мы не могли ничего больше, вот, ни насосы, ничего поставить. То есть оборудование вы не могли себе купить? Не могли, у нас денег не было. Но я, вот и совет общины, и я, мы были уверены, что если мы начнем, Бог все даст. Я не знал, откуда это будет, но я был уверен. И вот однажды ехал в Киев за литературой, я занимался литературным служением еще в конференции, и созвонился с одним из пасторов николаевских, и так, по своим там делам. И он мне потом говорит, представляешь, мне какая-то организация привезла оборудование, сгрузила в церкви. Мы не ожидали, мы не собирались устанавливать воду. У нас нет возможностей вот, никаких для этого. Я говорю, слушай, а я как раз ищу такую организацию, которая бы могла бы вот мне помочь. Я мечтаю об этом. Он говорит, хочешь, я поговорю с ними, там, с ними, да? Может быть, они переключат. Буквально через полчаса мой телефон начал обрываться. Мне по очереди начали звонить менеджеры той организации. И они звонят, и все с такой надеждой спрашивают, а вы точно хотите, чтобы у вас была вода?
встретились. Те, которые очень хотят сделать, и те, которые очень хотят получить это, наконец-то. И вот я говорю, да, мы очень хотим. Они говорят, высылайте машины, забирайте оборудование. И мы в ближайшее время приступим к выполнению работ. И вы знаете, действительно, Бог сделал огромное чудо. Эти люди приехали, они полностью сами все сделали, все от начала до конца. От скважины, да, до установки всего оборудования. Да. Более того, вот то, на что я рассчитывал, то, о чем я мечтал, дать просто воду, которую, ну, можно пить, недолго, но можно. Вот. Но эти люди поставили нам еще и профессиональное оборудование очистки воды, которое стоит где-то около 14-15 тысяч долларов. Вау. Они привезли нам огромную бочку для того, чтобы мы могли набирать эту воду. Они полностью установили это оборудование и подали чистую, прекрасную питьевую воду. И я скажу так, что мнение людей, окружающих, оно кардинальным образом начало меняться. Да, мы привозили гуманитарку, да, у нас работал, ну, это убежище. Вот, ну, когда появилась вода... Да вы что, вот это была точкой последней, да? Да, вы знаете, вот что даже в Библии сказано, что хлеб и вода даны будут. Да, это вот один из главных таких моментов, в котором нуждается человек, да. И вот когда появилась вода, действительно, вот эта атмосфера. И эта ситуация, она коренным образом начала меняться. И я еще раз убедился, насколько Бог велик. Он дает даже больше, чем ты просишь, чем ты рассчитываешь и ожидаешь. Да. Вот слава Богу. Такая история. Слава Богу. Спасибо большое. Спасибо, Николай. Ну, действительно, это просто было чудо. Чудо. Да. Господь ответил на ваши молитвы и помог не столько вам, сколько тем людям, которым вы хотели сделать что-то доброе, что-то хорошее. И Он использовал вас для этого. Слава Богу. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, если бы вам дали возможность выбрать, кем быть, богатым или бедным, начальником или подчиненным, свободным или зависимым, что бы вы выбрали? Что за вопрос, скажете вы? Всем хочется быть свободным и богатым начальником. Такова наша природа. О чем ты говоришь, Сергей? Знаете, просто я подумал. Интересно, о чем молился Иосиф в юности, когда жил в доме отца? Точно не о том, чтобы стать бедным рабом. У него тоже была человеческая природа, тем более, что Бог дважды во сне открыл ему, что он будет великим. Может быть, Иосиф молился о том, когда и как стать таким великим. Может быть. Знаете, из фильма «Эван Всемогущий» мне понравилось выражение, которое героиня слышит от официанта. Сейчас я прочту вам. Когда Бога молят о терпении, то Он дает терпение или возможность это терпение проявить. А тот, кто просит отвагу, Бог дает отвагу или возможность быть отважным? Когда люди просят Бога о счастливой семье, вы думаете, Бог обрушивает на них душевную теплоту и нежность или дает им возможность доказать свою любовь? Интересные слова. Знаете, может быть, рабство в Египте – это и была возможность для Иосифа получить все необходимые качества для истинного лидера и великого человека. Да, это было непросто. А знаете, что ему помогло? Да, правильно. Вера во всемогущего Бога, которую с детства заложил отец, и сердце слуги. Не роль, а сущность. Вспомните, как верно и добросовестно Иосиф служил в доме Потифара, или как он служил в тюрьме.
Мог ли он подумать, что оказание помощи двум царским чиновникам – это финишная прямая к величию? Величию в служении другим людям. Знаете, в отличие от Иосифа, Иисус Христос мог выбрать, в какой семье и где родиться, ну, точнее, воплотиться. Люди ожидали царственного Мессию, ну так, чисто по-человечески. А Иисус родился в бедной семье. Люди ожидали, что Ему будут служить, а Он сам служил людям, показав истинную природу лидерства слуги. Кто-то может сказать, что как-то противоречиво звучит лидер-слуга. Интересно, тогда как звучат слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея? Хочу прочесть. «И кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вам рабом. Так же ведь и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но для того, чтобы служить и отдать свою жизнь как выкуп за многих». Прежде чем говорить о Царстве Небесном, Иисус показывал на деле природу этого Царства, конкретно удовлетворяя нужды людей в исцелении, питании и так далее. Вы обратили внимание, как менялось отношение к Иисусу, когда Он служил? Даже недоброжелатели. А вы заметили, друзья, как изменились отношения к церкви в городе Николаеве? Как сказал наш гость, некоторые даже захотели там жить. Я рад, что церковь горела служением окружающим людям, и Бог дал возможности даже больше, чем они ожидали или просили в молитвах. Это был ответ на искренние молитвы, что-то сделать доброе для окружающих людей. В одной из церквей я убеждал членов Совета Церкви воспользоваться возможностью и установить на территории церкви детскую площадку. Почему? Просто в этом районе была только одна такая невзраченькая площадочка, и то с краю главной улицы города. Нужно было пожертвовать даже не стоянкой для машин своих, а просто пустующей площадью. Да. Чтобы быть готовым к переменам, нужно хотеть, искренне молиться и развивать в себе сердце слуги. И это непросто, ведь роль и сущность – это разные вещи. А вы сами что обо всем этом думаете? Николай, я хочу вас попросить помолиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на протяжении этой недели, и тех просьб, которые пришли сейчас во время эфира, когда люди смотрят и пишут. Мы пока их не получили, пока не знаем, но Бог-то знает. Помолитесь, пожалуйста, и об этом. И помолитесь, пожалуйста, о том, чтобы быстрее закончилась война в Украине, и чтобы Бог использовал обязательно нас, христиан, для того, чтобы даже в военное время Бог делал мир для окружающих людей лучше. Помолитесь, пожалуйста. Наш любящий небесный Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты любишь каждого из нас, продолжаешь заботиться о нас. Господи, ну пока мы живем на этой грешной земле, раздираемой войнами, грехом, злом, Господи, мы очень нуждаемся в Твоем участии, в Твоем, Господи, внимание в том, чтобы, Господи, Ты услышал молитвы каждого из нас. Сегодня действительно много людей, которые проходят через испытания, через страдания, через болезни. Господи, мы просим, протяни им Твою добрую, любящую, спасающую руку, чтобы они могли ощутить, что Ты находишься рядом.
Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты остановил также эту кровопролитную войну, которая происходит сейчас в Украине. Даруй, Господи, чтобы установился мир и чтобы люди могли растить детей, могли жить, могли радоваться жизни и могли благодарить Тебя. Мы просим Тебя, Господи, даруй мир в сердца людей, которые живут на этой земле и которые не имеют покоя. Господи, успокой наши сердца, наши мысли. И даруй, Господи, чтобы мы научились доверять Тебе. И даруй, Господи, нам понять, что Ты всегда рядом. Ты всегда готов слышать нас и готов отвечать на наши молитвы. Просим все во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Аминь. Аминь. Николай, большое вам спасибо и за молитву, и за тот опыт, которым вы поделились. Действительно, такой свежий и очень, очень интересный опыт. Слава Богу. Пусть Господь благословит вас и вашу семью и служение. Спасибо. Спасибо. Слава Богу. Слава Богу. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я очень благодарю Бога, благодарю вас за то время, которое мы провели вместе, и за те молитвы, которые вы будете возносить к нашему Господу по тем просьбам, с которыми вы познакомились. И еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-81-82. Это была передача «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу вечером в 7 часов по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь хранит каждого из вас и благословит вас и ваших родных.